сегодня просто очаровательно. За тебя. Спасибо. Я надеюсь, ты помнишь, какой сегодня день. Да, конечно, помню. Но вообще, я думала, что ты начнешь. Ну, ну ладно. Вот тебе мой подарок. Спасибо большое, мне так приятно. А что ты для меня приготовил? Одну секунду. Как же голова болит! Больше никогда не буду пить. Асто, брат, может быть выпьем, чтобы голова не болела? Так чего ты ждешь? Где я? Говорил же, пить больше не буду. Что? Алло? Что? Свадьба? Выезжаю! Выезжаю! Как же хочется пить! Пей по инструкции, голова болеть не будет. Антипохмелин при употреблении алкоголя незаменим. Абочка! Ты что здесь делаешь? Сейчас же муж придет! Да не придется, это нормально будет. Ты чё за херня тут, а? Зайда, ты чё? Это мой друг, он гей! Check it out! Скоро буду дома, да. Надо аккуратнее. А, брат, и свой, извини. Какой свой? Это что такое? Это что за акцент? Я теперь что делать буду? Пойду на хату в нарды играть. Ты долина, чудная долина. Задание тебе. Тебе нужно съесть борщ на бегу, не заплатив за него. Стой! Ты чё тут делаешь? Я тут живу. А, я думал, воруешь. Эй, харе харкать. Чё? Чё ты смотришь, ора?
Да? Давай подойди сюда. Чертила, ты на 10 этаже. Сам такой. Руки стоишь, давай попить мне принеси, ора. Давай, что ты не понимаешь, что ли, по-русски? Попить, говорю, давай принеси. Братан, денег не имею вообще, понял, вода закончилась. Будем дядькину чачу пить. Деньги есть у тебя? А если найду? Чё в пакете? Дай сюда, пацан. Чё это такое? Хавка? Нормально? Нормально, хавка. Деньги есть у тебя? Зал, это скоро? Блин, я не знаю, что надеть. На танкетке или на каблуке? Дорогая, ну, надень танкетки, они тебе очень идут. Тогда надену туфли. На лабутенов, на эвакуительных штанах. На лабутенов, на эвакуительных штанах. Штанах. Привет. Может быть, займемся чем-нибудь интересным? Именно этот показатель может оказаться решающим и имеет значение при распределении мест в группе. Мужчина-каблук. Лучшее средство для вашей женщины. А не подскажете, пожалуйста, а как пройти на улицу Красную? Да. Ребята, сигаретки у вас не будет? Не-не-не, мы не курим. Угощайся. Ребят, а вы сколько уже дружите? Полгода. Эдик, давай в следующий раз я отвечу на вопрос. Хорошо, хорошо. Ребят, какой сегодня день недели? Вторник. Понедельник. Раду! Что? Сейчас же растущая луна, нужно деньги светить. Это все? Нет, нужно везде теперь помазать. Когда у тебя что-то чешется, тебе нужно почесать левой рукой, чтобы к деньгам было. А у меня левая рука чешется. Можешь почесать? Слушай, тут такое дело, мне совсем чуть-чуть не хватает, ну там вообще копе... вообще нету денег. Ты не мог бы немного мне занять? Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters. Пап. О, что? 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 Вот вы с мамой уже столько лет вместе, и я ни разу не видел, чтобы вы ссорились. В чем ваш секрет? Ну, есть у меня один секрет. Смотри. Я понял. Пользуйся, пользуйся. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Всем бучу хэдзэ, я Никита Бесиш. И меня бесят люди, которые оценивают других людей по знаку зодиака. Здравствуйте. У нас сегодня кастинг на должность мастера по депиляции в Ляцкой дорожке. Первый претендент, пожалуйста, ваше имя и знак зодиака. Игорь Лев. Самовлюбленный, эгоистичный. Вы нам не подходите. Никита Козерог. Как мой бывший. Без денег и Альфонс, вы нам не подходите. Наталья Телец. Вот, карьеристка, нет личной жизни, вы нам подходите. Ну или, например, вот такие. Меня Никита зовут. А меня Люба. А кто ты по знаку зодиака? А, я Овен. Ну у меня под конец месяца, я почти Телец.